Добрый день, уважаемые участники. Уже более 100 человек в нашей сессии подключились. Я надеюсь, что в процессе их будет еще больше. Мне очень приятно со всеми познакомиться. Меня зовут Анастасия Измайлова. Я являюсь ведущей телевизионного канала «Санкт-Петербург», который вещает здесь, в Петербурге. И мы сейчас находимся тоже в прекрасном городе Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, расширению туристических возможностей, туристического потенциала Санкт-Петербурга в том числе, и всех остальных стран, которые принимают участие во втором международном муниципальном форуме стран БРИКС, и посвящена сегодня наша дискуссия. Я надеюсь, что, как я уже сказала, она будет интересной, что к нам присоединятся люди, в том числе и в онлайне, которые будут задавать вопросы. Всех спикеров я очень хочу попросить придерживаться строгого регламента, потому что наша сессия такая самая масштабная, самая насыщенная получается, и нам нужно о многом успеть поговорить. О важности немного хочу сказать. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, несмотря на то, что мы все с вами живем в такое непростое время, и, конечно, на туристической сфере вся эта ситуация сказалась прежде всего, но, тем не менее, мы верим в светлое будущее и, конечно же, думаем о том, как улучшать туристический потенциал, как расширять маршруты, потому что новые маршруты, раскрывающие национальную культуру и традиции, могут, конечно, стать очень сильным драйвером развития в туристической отрасли каждой из стран и пятерки. 5 государств БРИКС, как мы знаем, расположены на 4 континентах, и всем странам присущи свои географические, социальные, культурные особенности. Поэтому, конечно, каждый интересно и привлекательно по-своему. И, может быть, даже хорошо, что сейчас мы взяли такую паузу, да, из-за вот пандемии коронавируса, которая позволяет нам немножечко скорректировать свои планы и придумать что-то еще, может быть, даже более интересное. Я с огромным удовольствием представляю нашего первого спикера, который выступит с приветственным словом. Это Демьян Смелевец, начальник управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Здравствуйте, Демьян. Доброе утро и вам слово. Да, большое спасибо, Анастасия. Доброе утро, уважаемые участники форума, второго межмуниципального международного форума стран БРИКС. Рад всех приветствовать от себя лично и от Федерального агентства по туризму. Конечно, не совсем в обычном формате проходит этот форум, как и все, в общем-то, мероприятия в этом году, потому что пандемия поставила нас, все человечество, перед новыми вызовами. И для сферы туризма, в первую очередь, это действительно был такой серьезный удар. Но, как говорится, в слове «кризис» есть такое, значит, выражение, что в китайском языке слово «кризис» — это и опасность, и возможность. Да, действительно, есть некая опасность в этой пандемии, но для сферы туризма она представляет новые возможности. Правильно, Анастасия, очень вы в своем выступлении отметили, что как раз он дал нам некую паузу, которая позволила бы нам выработать некие новые шаги, проработать новые туристические маршруты, интересные как и для граждан наших стран, так и для граждан пятерки стран БРИКС. Поэтому я уверен, что сегодняшний форум, сегодняшней сессии, его посвященной туризму, как раз позволит выработать новые интересные решения в сфере туризма для всех наших участников. И, пользуясь случаем, я хотел бы зачитать к вам, уважаемые участники, обратился с приветственным словом Зарина Валерьевна Дагузова, руководитель Федерального агентства по туризму, и я хотел бы озвучить ее приветствие. Участникам, организаторам и гостям второго международного муниципального форума стран БРИКС. Уважаемые коллеги, от имени Федерального агентства по туризму и от себя лично приветствую участников, организаторов и гостей международного муниципального форума стран БРИКС. Приоритетом председательства России в БРИКС является наращивание взаимодействия государств-объединения, а также подчеркивается важность активизации сотрудничества между странами пятерки в области туризма. БРИКС является для нас одним из ключевых международных партнеров, в том числе в туризме. Общий объем взаимных туристских потоков России со странами пятерки по итогам 2019 года превысил 4,5 миллиона поездок. При этом мы все еще видим значительный нереализованный потенциал в туристском обмене в регионе. Страны БРИКС обладают уникальной и яркой культурой, которая в комплексе с развитым транспортным сообщением, благоприятным визовым режимом и подготовленной туристической инфраструктурой могут послужить дальнейшему росту туризма в регионе. К сожалению, в связи с текущей пандемией коронавируса международные туристические потоки приостановлены. Кризис нанес колоссальный ущерб отрасли. По прогнозам ЮНВТО, в
2020 году мировой рынок туризма потеряет почти 80% от международных прибытий, что в денежном выражении составляет около 200 миллиардов долларов США. Мы искренне верим, что совместными усилиями и тесной координацией мы сможем преодолеть угрозу и в полном объеме восстановить туризм. Сегодняшний форум представляется прекрасной возможностью для обсуждения актуальных вопросов как в экономической, так и в гуманитарной сферах, а также механизмов плодотворного взаимодействия и обмена опытом. Желаю участникам второго международного муниципального форума плодотворной работы и успехов в достижении намеченных результатов. Зарина Дагозова. Спасибо. Спасибо большое, Демьян. Замечательные слова вы сказали. Очень хочется верить, что все действительно будет именно так. И мы, конечно же, несмотря ни на что, как я уже сказала, верим исключительно в позитивные сценарии в будущем. Прямо сейчас приглашаю сюда еще одного человека, который уже с нами уже довольно-таки давно. И вот я вижу, это Нана Гвича, заместитель председателя комитета по развитию туризма нашего прекрасного города Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Нана, и также вам слово для приветствия. Добрый день, уважаемые участники форума, дорогие друзья. Рады, что у нас есть возможность увидеть друг друга сегодня, обменяться как бы, да, своими мнениями, к сожалению, в сложившейся, на самом деле, непредсказуемой для всего мира и для наших стран ситуации в сфере туризма. Но мы, как оптимисты, знаем, что туризм – это как раз то направление, которое одно из первых, да, позволит нам в этих условиях, когда все восстановится, увидеть друг друга и еще раз обсуждать развитие туризма в наших странах. Последний год показал, как было сказано, 2019, что потоки между нашими 5 странами стали увеличиваться, и Санкт-Петербург, на самом деле, в прошлом году принял, как вы знаете, почти около 4,5, больше 4,5 миллионов иностранных туристов, и почти до 2 миллионов из них были как раз гости из ваших стран, что для нас было очень важно, и мы отмечали ту тенденцию, которая возникает благодаря той работе, которую мы с вами ведем совместно. Очень важным для нас стало принятие электронной визы в прошлом году, и вы знаете, что есть такая возможность теперь и гостям из ваших стран приезжать в Российскую Федерацию по электронной визе, и я надеюсь, это будет таким толчком, скажем, для многих, да, для решения, принятия решения поездки в Российскую Федерацию, а мы, с учетом того, что наш город очень гостеприимный, открытый, вы знаете, очень-очень дружелюбный. Принимаем определенные программы, которые, я надеюсь, помогают вашим гражданам чувствовать себя очень комфортно в нашем городе. Мы сегодня с вами будем обсуждать непосредственно маршрутизацию, возможности, да, создания новых маршрутов, наверное, самое главное еще использование тех исторических, культурных связей, которые у нас есть, для того, чтобы заложить в основу этой маршрутизации создание таких брендовых маршрутов, которые бы позволяли нам погружаться в культуру наших стран, да, и позволяли в то же время развивать туризм между нашими странами, потому что туризм – это очень важная экономическая составляющая, да, аспект для всех регионов, которые сегодня здесь присутствуют. Поэтому желаю всем самое главное, наверное, это здоровье в сегодняшних условиях, но и возможности расширения того сотрудничества, которого мы достигли за предыдущие годы, того дружелюбного отношения наших граждан, да, к культуре и истории наших стран и, конечно, совместного разработки новых маршрутов и новых программ, которые нам позволят совместно двигаться вперед. Всего наилучшего, всем желаю успеха сегодня. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Нана. Точно так же подписываюсь под каждым вашим словом, потому что очень хочется уже поскорее куда-нибудь поехать. И вот все эти участники, которые сегодня с нами в рамках этой дискуссии, все они представляют прекрасное совершенно направление, в которое я лично не против была бы отправиться и получше о них узнать. Поэтому очень хочется, чтобы поскорее все это закончилось, и мы смогли наконец путешествовать с вами полноценно.
И наш первый спикер – это Андрей Максимов, член Общественной палаты Российской Федерации. Он расскажет нам о возможностях интернет-платформы «Живое наследие» и развитию туризма в России. Андрей, доброе утро, приветствую вас и даю вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Мне действительно очень приятно участвовать в муниципальном форуме стран БРИКС и отмечать, что наше сотрудничество между Бразилией, Россией, Индией, Китаем, Южной Африкой остается очень плотным, несмотря на вот все закрытия границ и ограничения, которые мы получили в связи с пандемией. Вот буквально 15 минут назад я завершил модерацию совместной российско-китайской конференции по вопросам городского развития, которую мы проводили силами Общественной палаты России и Народного политико-консультативного совета Китая. Это говорит, насколько мы близки друг другу. И, конечно же, сегодня вопросы туризма для муниципалитетов, которые мы обсуждаем, это один из приоритетов. В условиях пандемии туризм стремится к локальности. Мы, к сожалению, сегодня не можем так плотно путешествовать между странами. Но запрос на межмуниципальные, локальные маршруты скорее возрастает. Люди в России, во всяком случае, мы четко наблюдаем, больше путешествуют на машине, больше объезжают соседние малые города, сельскую местность, больше путешествуют внутри своих городов, компенсируя тем самым вот ограниченность таких международных наших возможностей. У муниципалитетов России есть компетенция в области развития местного самоуправления, не только в области развития туризма, и для местного самоуправления это приоритет. И мы надеемся, что сегодня вот благодаря такому интенсификации таких локальных маршрутов, локального туризма, между нашими странами тоже появится больше возможностей, когда границы откроются, открыть для себя какие-то новые, неизведанные, глубинные точки притяжения на карте Российской Федерации. И здесь я хотел бы перейти к сообщению об одном важном инструменте, идея которого родилась в Общественной палате России, которую мы сегодня активно развиваем. Я прошу включить презентацию и буду говорить о том, когда слайды перелистывать. Друзья, включили презентацию? Да, пожалуйста, первый слайд. Перелистните. Можно следующий слайд? Попроси зайти. Ну, я буду пока говорить. На самом деле мы живем не только в эпоху глобализации, а в эпоху глокализации, когда, несмотря на стандартизацию многих сторон нашей жизни, запрос на локальный колорит возрастает, у многих есть желание познать местные традиции, купить местные товары, не только вот там мыло, которое в каждом супермаркете продается, но и блюда, мыло или там товары, которые, собственно, имеют такой четко выраженный локальный колорит. Следующий слайд, пожалуйста. И вот благодаря этому можно быстро двигаться от локального к глобальному, в том числе сохраняя то наследие, которое у нас есть сейчас. К сожалению, когда мы не знаем, а вот таких интересных местных достопримечательностей, они имеют меньше шансов выжить. Вот, например, храмах в Нёноксе на севере России мало кто знает, хотя по ценности они вполне сопоставимы с Кижами, с памятником ЮНЕСКО. Но зато, если вдруг что-то действительно интересное, невероятно своеобразное, выходит на глобальный уровень, это становится хитом сезона не только в масштабах отдельной страны. Вот наши бурановские бабушки, которые на фотографии, стали благодаря конкурсу Евровидения известны в один день всему миру. И идея как раз и состоит в том, чтобы локальные достопримечательности продвинуть на глобальный уровень. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы сделали для этого? Мы создали интернет-ресурс livingheritage.ru,
в котором объединили главные достопримечательности страны, России, достопримечательности, которые часто известны, создают только на локальном уровне, но дают такой вау-эффект, имеют глобальный потенциал, на одной карте, в одном каталоге, по которому можно использовать удобную навигацию. Ресурс работает на трех языках. На сегодняшний день русском, английском и немецком. Но мы стремимся к тому, чтобы языковые барьеры у нас были сняты, и мы заговорили в данном случае, если мы говорим о ресурсе, и на китайском языке, и на хинди, и на испанском, и на португальском языке. И я надеюсь, что в ближайшее время это свершится. Вы можете на этом ресурсе посмотреть о каждом регионе России краткую информацию, какие самые интересные бренды можно увидеть вживую на пространстве этой территории. О каждом из этих брендов дано такое краткое описание и удобные возможности построения маршрутов. Об этом я чуть скажу позже. Следующий слайд, пожалуйста. Наверное, мы уникальны тем, что соединили не только материальные бренды, информацию о материальных объектах на одной платформе, но и о нематериальном, о том, что называется живым наследием в терминологии ЮНЕСКО. Нашу платформу часто называют русский TripAdvisor, но вот как раз в отличие от TripAdvisor, который только конкретные материальные объекты вносит в свою базу данных. Мы, собственно, не только уникальные поселения, культурные объекты, природные объекты соединили, но информацию об ключевых исторических датах, о главных событиях, фестивалях, праздниках, которые проводятся на территории каждого региона страны, о традициях, о промыслах, о ремеслах, о великих людях, которые связаны с той или иной территорией, о гастрономических брендах и о ключевых художественных образах, которые есть в нашей стране, но которые вот в конкретной точке имеют наибольшее сохраненное наследие. Следующий слайд, пожалуйста. Мы объединили результаты целого ряда больших конкурсов, которые проводились у нас в России, «Семь чудес России», «России 10 главных достопримечательностей». Конечно, информацию об объектах всемирного наследия туда же включили. И событийный календарь. Вот мы сегодня завершаем разработку модуля событий. И впервые, наверное, в нашей стране у туристов будет возможность составить свой такой как бы событийный календарь, выбирая из всего самого интересного на той или иной территории и добавляя это в свой личный календарь путешествий. Надеюсь, когда границы откроются, этим календарем уже будут пользоваться и наши партнеры из многих стран мира. Следующий слайд, пожалуйста. И буквально в течение следующего месяца у нас появится, наверное, самый удобный пока первый национальный сервис самостоятельного планирования маршрутов. Вы можете выбрать на карте живого наследия России то, что вы хотите посетить, соединить эти точки вместе, подтянуть ту информацию, которая есть и на нашей платформе, и на, в других базах системы интернет, и, собственно, получить такое удобную карту путешествия с указанием, с разбивкой по дням автоматически, с указанием, какое время потребуется на путешествие тем или иным видом транспорта, с полным хронометражом и информацией, которую вы получили и от платформы, и записями, которые вы, как турист, как путешественник, собственно, сделали самостоятельно. И вот следующий слайд, пожалуйста. Мы сегодня как раз объединяем усилия разных муниципалитетов страны для того, чтобы не только строить маршруты
индивидуально под каждое путешествие, но и рекомендовать новые интересные маршруты путешествий по России. Вот мы отработали два новых глобальных межрегиональных маршрута, которые могут стать вот такими альтернативами Золотому кольцу России, активно их продвигаем. Это маршрут Велика-Ака по территориям к югу и востоку от Москвы, которые особенно плотно соединяют точки на карте России, где уникальные памятники архитектуры, великолепные, там, неподражаемые традиции. Есть множество гастрономических брендов и прекрасная река Ака, которая является природной достопримечательностью России наряду с рекой Волга. Ну и также отработали такой быстрый маршрут путешествий по Дальнему Востоку России, по Транссибу, Транссибирской магистрали, которая тоже является одним из ключевых достопримечательностей страны. Этот маршрут составлен и может быть доступен для того, чтобы по нему путешествовать. Кстати говоря, мы работали с очень многими муниципалитетами, подтягивая их ресурсы, их возможности в организации путешествий в том числе. Ну и я последнее, что хотел бы сказать, учитывая короткое время, которое отведено, то, что мы и в окрестностях Петербурга прорабатываем инновационные такие маршруты. Вот заявляем маршрут «Корона Российской империи». Мы, к сожалению, видим, что только 2-3 города-спутника Петербурга действительно являются такими международными и национальными главными хитами, а другие задействованные города задействованы в меньшей степени, неважно, Гатчина это или Сестрорецк, или другие города, они менее все-таки, чуть менее посещаемы. Так вот, «Корона Российской империи» – это маршрут по достопримечательности каждого российского императора, который стоял во главе России, и соединяющий все эти города-спутники Санкт-Петербурга. Ну и завершая. Вот вы видите, как широко может использоваться ресурс livingheritage.ru для того, чтобы разные категории потребителей им воспользовались. И мы работаем как краудсорсинговая платформа. То есть каждый может зарегистрироваться на ней не только для путешествия, но и для предложения своих маршрутов и своих достопримечательностей. И буквально вчера, в День народного единства, это национальный праздник России, мы объявили конкурс «Топ-1000 главных достопримечательностей страны», информацию о которых мы собираем на народной платформе. Наших российских и не только российских коллег приглашаем к участию и надеемся на сотрудничество в развитии межмуниципальных маршрутов путешествий по стране. Вместе мы достигнем большего. Спасибо большое и надеюсь на плотный диалог в последующем. Андрей, спасибо вам большое. А меня, кстати, хорошо слышно, потому что тут почему-то пишут, что слышно меня не очень. Все меня слышат хорошо? Слышно хорошо. Прекрасно. Андрей, я, кстати, как раз думала задать вам вопрос, планируете ли вы привлекать как-то людей к формированию вот этого портала, и это замечательно, что вы уже это делаете, потому что лично я и абсолютно все мои друзья в этом году открыли для себя Россию с новой стороны, и очень много путешествовали, и я уверена, что огромное количество людей тоже внесет какую-то свою лепту в создание этого проекта, обязательно какие-то новые маршруты. И, кстати, Андрей, насколько я знаю, хотя вы об этом не упомянули, вы сами объездили практически все регионы России и тоже активно принимали участие в освоении каких-то новых мест. Огромное спасибо Андрею. Вот Андрей упомянул про пригороды Петербурга, которые не так популярны, к сожалению. Это, в частности, Сестрорецк, который находится на берегу Финского залива. И когда хорошая погода у нас в Петербурге, мы, в общем, тоже имеем возможность вспомнить, что мы вообще-то живем на море, и у нас такой практически даже курортный город, поэтому все те гости, которые к нам приезжают, у них тоже будет возможность это почувствовать, оказавшись, например, в Сестрорецке, которую вы, Андрей, упомянули. Я это все к тому, что наш следующий докладчик живет в городе, который стоит на берегу залива Гуанабара. Это солнечный, прекрасный Рио-де-Жанейро, в котором сейчас, конечно, потеплее.
теплее, чем в Петербурге и в Москве. У нас с нами вместе Жоао Педро Мотта Леал, генеральный директор межмуниципального консорциума развития региона Восточный Флуминенсе, штат Рио-де-Жанейро. Здравствуйте, Жоао. Hi, good morning, everybody. Can you hear me? Приветствую всех. Слышите ли вы меня? Yes, we do. Yes, we do. So... Да, мы вас прекрасно слышим. К сожалению, из-за пандемии мы не можем сидеть здесь вместе. Я не могу присутствовать в гостеприимном городе Петербурге, но нужно продолжать, нужно как-то двигаться дальше. И я бы хотел поделиться с вами своей презентацией. Итак, еще раз всех приветствую. Меня зовут Жоао Леал, и я представляю межмуниципальный консорциум в Рио-де-Жанейро, и сейчас я хочу вкратце рассказать о том, чем мы занимаемся. Второй слайд, пожалуйста. Итак, это города, которые составляют наш консорциум, всего 16 городов, где живет более 30 миллионов человек на восточном побережье. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас я бы хотел рассказать о нашем видении, о нашей цели, миссии и ценностях. Наше видение – это стать партнером для целевой аудитории Бразилии, которая пользуется муниципальными услугами. Наша цель – это расширить возможности для отдыха в регионе посредством ориентированных на результат проектов и конкретных планов действий. И наши ценности – это сотрудничество, скорость и прозрачность. Пожалуйста, далее. Благодарю вас. Итак, наши цели. Наши цели – это разработать и сформулировать комплексные стратегии действий для муниципалитетов, которые могут внести свой вклад для развития инфраструктуры, для экономического прогресса, для культурного сохранения, сохранения окружающей среды посредством устойчивого развития в регионе. Мы хотим разрабатывать проекты, которые ориентированы на потенциал каждого региона и муниципалитета посредством государственной политики и частных инициатив. Мы хотим искать способы оптимизировать комплексное планирование, государственное управление и стараемся решать проблемы, единые для муниципалитетов консорциума. Пожалуйста, следующий слайд. Итак. Говоря о туризме, экологический туризм в этих регионах может процветать за счет прекрасной природы, истории, и помимо верований и обычаев бразильской культуры, еще многое может быть привлекательным на территории Конлеста, и мы многое еще можем развивать в туристическом секторе. Это представляет интерес наше море, горы, наше лето и зима, религия, наши знания, природа, здоровье, палеонтология, медитация, катание на велосипеде. То есть множество возможностей представлено в этом регионе, и каждый может найти для себя что-то интересное. So, talking about the new normal. Говоря о новом, новом принятом, новых нормах, я считаю, что в отличие от новой нормы, в регионе Конлесте есть привязанность к зеленому туризму. И благодаря возможностям сельского туризма и экотуризма всем будет там достаточно здорово, интересно, и людям не придется толпиться, они будут получать сервис высокого качества, всем будет очень здорово. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, сейчас я хотел бы показать вам
некоторые места, которые есть у нас в Бразилии. И начать хочу с Араруама. Это регион Араруама, Прая-Сека, который находится между озером и морем. Там очень спокойно, умиротворенно. И мы убеждены, что на этих пляжах окружающая среда находится в прекрасном состоянии, там нет никакого следа загрязнения, то есть там прекрасно отдыхать. Далее, пожалуйста. Также у нас есть экологический заказник в Рио-де-Жанейро, который можно посещать, можно ходить туда в походы и наслаждаться красотой лесом Атлантика. Также мы можем предложить Казимира де Абрио. Это город, в котором есть и море, и горы, и множество прекрасных мест, которые стоит посетить. Там прекрасные виды, и можно заниматься экстремальными видами спорта. Далее. Также у нас есть Гуа Пимирим. Там можно наслаждаться прекрасными водопадами. Есть множество источников отдыха. И можно насладиться великолепной природой этого места. Далее. Мы видим Итабурай. Это палеонтологический парк, одно из старейших мест для археологии Бразилии. Эти места посещал сам Дарвин. Это так называемое место рождения млекопитающих, потому что там было найдено множество ископаемых млекопитающих. Далее слайд номер 7, пожалуйста. Следующий слайд. Номер 7. Это Маже. Здесь находится прекрасный водопад Монжоло. Это одно из главных достопримечательностей места. Всего на самом деле там 3 водопада, 45 метров в высоту. И мы видим номер 8. Это знаменитый маяк, который принадлежит бразильскому флоту. Он был заложен еще в 1909 году. И в этом месте можно наблюдать прекрасные виды. Это объект нашего наследия. Следующий слайд, пожалуйста. Это Нитерои. Великолепное место, где открывается прекрасный вид на пляжи. Очень популярное место для туристов. Там находится тропа, пешая тропа длиной 30 минут. Далее мы можем видеть прекрасный город, где можно наблюдать горы. Здесь множество природных достопримечательностей и также довольно замечательные музыкальные мероприятия, пивоварни. Здесь можно отведать прекрасную кухню. Далее, пожалуйста. Номер 11. Это Рио Бонито. Здесь целых несколько достопримечательностей, например, часовня Базилио, которая является объектом национального наследия. Также здесь замечательно кататься на велосипеде и проводить летние деньки. Номер 12 – это религиозное место, это часовня Луз, которая находится рядом с пляжем Луз, и согласно традиции, согласно истории, эта часовня была построена еще в 17 веке в честь капитана Франциско Диаса, который выжил в кораблекрушении. Следующий слайд, пожалуйста. Номер 13, Саквареме. Это место известно как столица серфинга в Бразилии. То есть это самое прекрасное место в нашей стране для серфинга. Там прекрасные волны в 2 метра высотой. И мы видим Силва
Джардим. Это небольшая деревенька, которая подойдет всем, кто хочет отдохнуть от ежедневных забот. Там прекрасные водопады, национальные ремесла, музыка. Здесь можно кататься на лошадях и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, следом у нас идет Тангуа. Это место для экотуризма в Бразилии. Здесь вы можете увидеть так называемый апельсиновый дуб, отведать фрукты. Также здесь можно отведать фермерских продуктов и насладиться сельской жизнью. И номер 16, Терезополис. Это прекрасный парк, где есть средневековые здания, то есть очень интересное место. И если вы узнаете побольше об этом месте, вы увидите, что... Последний слайд, пожалуйста. Итак, если вы хотите узнать больше об этом регионе, то, пожалуйста, найдите нас в социальных сетях, зайдите на наш веб-сайт, нам будет очень приятно. Всем спасибо за то, что вы выслушали мой доклад. Было очень приятно присутствовать на форуме. Как будто бы побывали сейчас в Бразилии, правда, потрясающие, очень красивые места. Я надеюсь, что, в принципе, любой российский турист, который планирует посетить в будущем эту прекрасную страну, что он с легкостью получит доступ к этому ресурсу и сможет самостоятельно с ним ознакомиться. Я хочу поблагодарить всех спикеров за то, что все максимально компактно все рассказывают, но при этом не теряя смысла и насыщенности информации, мы очень четко укладываемся пока в регламент. А я прямо сейчас представляю нашего следующего спикера, опять же, из солнечной страны Индии прекрасной, в которую лично я мечтаю поехать, как только закончится вся эта история с пандемией коронавируса. Это Субхаш Гоял, представитель экспертного комитета Индийской торгово-промышленной палаты по авиации, туризму и гостиничному бизнесу. К сожалению, нет у меня здесь темы. Видимо, это такая небольшая интрига, о чем же нам Субхаш будет рассказывать. Субхаш, рада вас приветствовать. Вижу, что у вас там за окном солнечно. И вам слово передаю. Доброе утро. Excellency. Доброе утро. Organizers, distinguished delegates. Уважаемые делегаты, организаторы, я бы хотел поприветствовать вас от 1,3 миллиарда жителей Индии. Мы в странах БРИКС представляем 42% населения, 23% ВВП, 30% территории и 18% мировой торговли. С начала создания организации страны БРИКС развивают сотрудничество во всех областях, но в области туризма мы не были настолько активны, как следовало. Во всех странах БРИКС есть замечательные туристические места, которые не так активно и не так эффективно рекламируются и продвигаются. И я представляю Индию, поэтому я бы хотел сказать несколько слов о туристическом потенциале нашей страны. И многие говорят, что это величайшее шоу на планете Земля. Культурное разнообразие Индии делает ее страной неограниченных возможностей. В каждом городе и штате есть что-то с точки зрения культурного наследия, архитектуры, опыта и природы. И туристический потенциал Индии огромен. Друзья, знаете ли вы, что в 2019 году более 200 миллионов туристов путешествовали внутри Индии, и более 26 миллионов туристов путешествовали по всему миру. И что интересно, что в странах, таких как Сингапур, Малайзия, Дубай, Швейцария и Великобритания,
индийские туристы покупают больше всех. И это важная индустрия, и она растет. И Индия также место происхождения четырех важных религий. Индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм. Несмотря на то, что ислам зародился на Ближнем Востоке, но на него оказали влияние и в том числе индийские духовные практики. И единственный современный католический мемориал Святой Матери Терезы находится в Калькутте. И также мемориал Святого Фомы, это один из 12 учеников Христа, он находится в Ченнае. У нас также вы знаете ли вы, что в Индии находятся 75% самых высоких горных хребтов в мире, Гималаи. У нас есть 80 национальных парков, 441 заповедника дикой природы. Наша береговая линия составляет 7500 километров, и у нас одни из самых красивых пляжей в мире и самых больших. Друзья, знаете ли вы, что в Индии есть более чем... Есть 38 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И у нас тысячи объектов культурного наследия, но они пока не представлены в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас есть самый большой в мире мангровый лес и самые полноводные реки, и это родина йоги, астрономии. И также мы производим большое количество IT-продуктов. И как все мы, страны-члены БРИКС, Индия пострадала от кризиса коронавируса. В апреле, мае, июне нам пришлось полностью закрыть страну, и за это время мы подготовились и развивали нашу инфраструктуру, и сейчас, за последние 3 месяца, мы медленно и постепенно открываем страну. И во время этого периода у нас были люди по всему миру, и мы осуществляли рейсы, возвращая наших граждан обратно в Индию. И повсюду паника из-за коронавируса, и люди беспокоятся. И также СМИ создают панику, но восстановление экономики и большинство людей выздоравливают, 94%, и люди, которые умирают, они старше 65 лет или тяжело больны. Если увидите смертность среди 1,3 миллиарда, то смертность составляет 0,7%. И сейчас все наши аэропорты открываются, и вы удивитесь, что 70% внутренних рейсов уже функционируют. И согласно нашему министру гражданской авиации, к концу года мы вернемся к статистике, сравнимой с временами до эпидемии. У нас не только внутренние рейсы восстанавливаются, но и рейсы в США, в Чикаго, например, в Европу, в Великобританию. И также недавно мы начали летать в Африку и на Ближний Восток. Так что Индия постепенно открывает свои границы. И надеемся, что все больше международных рейсов восстановится. И соглашение Airbubble. К сожалению, у нас нет такого соглашения с странами БРИКС. Поэтому, дамы и господа, я считаю, что это очень важно, начинать перелеты в рамках соглашения Airbubble среди стран БРИКС.
И если мы следуем духу БРИКС, мы должны начать эти рейсы как можно скорее. И сейчас нет прямых связей между странами БРИКС. И мне, например, приходится лететь через Америку или в Европу с помощью British Airways, Lufthansa или Air France. И существуют разные сложные маршруты, чтобы добраться из одной страны БРИКС в другую. И связанные маршруты, связывающие Бразилию, Индию, Китай и Россию. Хотя у нас есть прямые маршруты между Китаем, Индией и Россией. Индией, но у нас нет маршрутов по соглашению AirBubble. И я предлагаю на этой исторической конференции 5 ноября в великолепном городе Санкт-Петербург, я предлагаю ввести бесплатные электронные визы для всех стран БРИКС. Я предлагаю, чтобы муниципалитеты и местные органы власти использовали свое внимание и направили силы для предоставления специальной скидки для участников, членов БРИКС, если человек посещает за один перелет как минимум 3 страны БРИКС. Это позволит нам двигаться вперед. Иначе мы просто обсуждаем без действий, без решений. Также я предлагаю создать постоянно действующий совет по туризму БРИКС, в рамках которого туроператоры и отели могут демонстрировать свои продукты, проводить регулярные встречи между покупателями и продавцами и содействовать развитию двусторонних туров между странами БРИКС. Мы также должны иметь возможность обменивать валюты напрямую, например, менять рубль на юань или другие валюты не напрямую, а не через фунты, доллары или евро. Это позволит сберечь деньги. Мы также должны использовать муниципалитеты и местные органы власти, чтобы видеть более свободное соглашение и иметь открытое небо. И также нужно осуществлять встречи советов по туризму БРИКС в стране, вне зависимости от того, лично или так же, как сейчас, удаленно. Дамы и господа, как я уже говорил, Индия — это великолепная, красивая страна, и времени мало, и я бы хотел, чтобы вы взглянули на нашу страну через Google и посмотрели на прекрасную, красивую, великолепную страну Индию. И если предложения, которые я выдвинул сегодня на этой конференции, достигнуты, то эта конференция станет поистине исторической и объединит наши страны и увеличит международное сотрудничество, дружбу, братство, любовь и мир между всеми нами. Большое спасибо. Да здравствует Индия и сотрудничество стран БРИКС. Россия — одна из наших старейших и ближайших друзей. Большое спасибо за эту возможность. Всего доброго. До свидания. Спасибо за такой увлекательный рассказ о прекрасной стране с богатейшей культурой, об Индии. Ну и прямо сейчас из солнечной Индии мы все-таки переносимся, Ольга, в Мурманскую область, которая, между прочим, тоже омываема целыми двумя морями. Это Баренцево и Белое, правильно я все сказала, я надеюсь. Но сейчас Ольга подробно все расскажет, презентация ее уже наконец-то у нас есть. Сейчас вам слово предоставляю. Да, еще раз большое спасибо. Прошу включить презентацию. Можно следующий? Да, спасибо. Да, как я уже сказала, у нас в Мурманской области различные виды туризма в последнее время получили очень такое широкое развитие, и в основном, конечно, из почти
полмиллиона туристов, которые приезжают в Мурманскую область. Существенную часть составляют иностранные туристы. К сожалению, в этом году сезон не состоялся, но вот уже у нас сейчас начался сезон северного сияния с конца августа, и мы надеемся, что все-таки в следующем году вновь появится возможность у туристов из других стран посещать Мурманскую область. И у нас есть несколько проектов, которые делают наши, и мы делаем вместе с нашими поселками и городами. Я хотела бы о них рассказать. Пожалуйста, следующий слайд. В первую очередь это поселок Териберка, он достаточно известен и у иностранных туристов, и у российских. Он как раз находится на побережье Северного Ледовитого океана. Кажется, что это далеко, но на самом деле всего 2 часа полета от Москвы и 1-1.5 часа на автомобиле, и ты попадаешь уже на берег Северного Ледовитого океана. Сейчас на этой территории мы создаем природный парк для того, чтобы сохранить природу поселка и природу, которая находится вокруг поселения. Можно следующий слайд? И как раз сохранить те природные объекты. Есть на этой территории редкие растения и редкие животные. И для того, чтобы вот гармонично развивался туризм и сохранялась природа, мы работаем над созданием этого природного парка. Следующий, пожалуйста. Одновременно с этим мы разработали мастер-план развития этого поселка. Поселок на самом деле имеет очень такую длительную историю. Он был раньше рыбацким поселком, там проживало достаточно большое количество людей. Сейчас, конечно, их намного меньше, но для того, чтобы вот возродить поселок и чтобы новые объекты инфраструктуры туризма были гармонично вписаны в природу, в ландшафт, архитекторы разработали мастер-план, по которому новые объекты, которые будут строиться, как раз будут соответствовать тем архитектурным решениям, которые заложены в этом мастер-плане. Пожалуйста, следующий. Одновременно с этим мы реализуем еще один проект. Это развитие аэропорта Мурманск вместе с федеральным правительством для того, чтобы туристы, которые летят, например, из Европы в восточную часть нашей страны, могли лететь через Мурманск, не только через Москву и Санкт-Петербург, и дальше уже из Мурманска в обход московского авиаузла следовать в восточную часть нашей страны. Следующий, пожалуйста. И еще один проект, который реализуется сейчас в Мурманске в самом, это проект развития городской среды и создания такого нового центра города Мурманска. Этот проект реализуется на территории старого старой судоверфи, по сути, старого судоремонтного завода. Он предусматривает реновацию этой территории, использование старых причалов и старых цехов под новые объекты. Это будет и создание марины для маломерного флота, и рыбного рынка, ресторанов северной арктической кухни, апартаментов и объектов размещения, и такого культурного кластера, который как раз позволит нам, в том числе и туристам, рассказывать о том, какое будущее у российской Арктики, как развиваются арктические города, и в целом сама территория имеет очень красивый панорамный вид на залив, на Кольский залив, и также этот проект уже запущен в самом Мурманске. Следующий, пожалуйста. И вот еще одна точка роста нашей туристической отрасли — это горнолыжный туризм. Мы
создаем всесезонный такой горнолыжный курорт в Хибинских горах в городе Кировске. И также сейчас несколько объектов там уже, которые получили большую популярность, это снежная деревня, которая строится каждый год полностью из снега, и она внесена в российскую книгу рекордов Гиннесса как самая большая. И, к сожалению, тоже вот в этом году мы надеемся все-таки, что смогут и иностранные гости в ней побывать. Но, тем не менее, все равно мы будем ее строить и ждать, когда все-таки туристы смогут ее увидеть. Следующий. Можно пролистать еще один, чтобы еще. Также мы развиваем и аэропорт в Хибинах, и очень интересный проект на высоте более 1000 метров на вершине горы строится такой большой панорамный ресторан. Также мы реализуем этот проект с поддержкой федерального бюджета и строим там также систему искусственного снижения. И в целом горнолыжный сезон начинается сейчас у нас с ноября. В следующем году мы сможем уже запускать его с октября. Заканчивается он в мае. В прошлом году еще в июне у нас был снег, и закрывали горнолыжный сезон в июне. Пожалуйста, следующий. Можно еще, да, еще один слайд подлистнуть. И там же на этой территории создается природный, мы развиваем национальный парк Хибины, для того, чтобы не только зимой туристы приезжали на эту территорию, но и летом. Там также очень много интересных природных объектов уникальных, и большое число туристов, которые интересуются минералогическим туризмом, тоже это одна из таких привлекательных точек роста в нашем регионе. И следующий, пожалуйста. И еще один проект, это бухта Линахамари, которая находится рядом с Норвегией. Здесь реализуется проект по строительству такого тоже всесезонного курорта, ориентированного больше на круизный туризм, на развитие, на туризм, связанный с рыбалкой, дайвингом. Рядом находится у нас также природный парк, и сейчас тоже ведется работа по строительству этого курорта. И следующее, и последнее, о чем хотела бы я рассказать, это развитие туризма промышленного. Как я говорила в начале, у нас очень много промышленных, крупных промышленных предприятий, и туристам очень интересно посещать рудники, спускаться под землю, смотреть, как работает техника, как применяется дистанционное бурение, как работает наша атомная станция. То есть это тоже такие проекты, которые уже реализуются, и все больше предприятий подключаются к программе развития промышленного туризма. И я надеюсь, что когда появится возможность путешествовать между странами, то и иностранные туристы смогут также увидеть эти объекты, посмотреть, как все это работает, и одновременно с этим еще и насладиться природой, потому что все предприятия находятся рядом находятся какие-то красивые природные объекты, горы или очень много озер, рек, и совместить посещение природных объектов и промышленных предприятий тоже очень интересно. У меня все. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, Ольга. Благодарим вас. Мы опять же, как будто бы бывали и своими глазами видели великолепную совершенно природу в северной части нашей огромной, красивой страны. Особенно, кстати, промышленный туризм меня лично заинтересовал. Мне кажется, что это вообще такая уникальная фишка, может быть, именно вашего региона, которая в будущем, я надеюсь, иностранных туристов обязательно будет привлекать. Уважаемые участники, представляю вам нашего следующего спикера. Это Владислав Зотов, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского
округа Самара. Добрый день, уважаемые коллеги. Включите, пожалуйста, презентацию. Ролик. Сначала ролик. Да, спасибо большое. Но еще раз, мы очень рады приветствовать вас из крупнейшего города на Волге, из Самары. Наш город обладает очень высоким туристическим потенциалом и имеет положительный опыт по приему российских и иностранных туристов. Так, во время проведения чемпионата мира по футболу наш город посетило более 1 000 000 человек. Огромное количество положительных отзывов мы получили. И следует здесь заметить, что в советское время все-таки город наш был закрыт, и в плане туристов мы не были готовы на тот момент. Но, тем не менее, у нас все меняется к лучшему. Итак, транспортная доступность Самары позволяет нам принимать туристов со всех уголков нашей страны и мира. Следующий слайд, будьте добры. Так, иностранные гости могут непосредственно прибыть в аэропорт Куромыч в наш, а также они могут посетить наш город из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России посредством воздушного, железнодорожного, водного, автомобильного транспорта. Следующий слайд, будьте добры. В настоящее время сформирована программа у нас по приему. Называется она «Яркие выходные в Самаре». Для организованных групп туристов по системе все включено. Это 2 ночи и 2 дня. Гость может выбрать культурно-познавательную, событийную, спортивную, оздоровительную или экологические программы. Одним из ярких и успешных, следующий слайд, проектов по приему туристических групп детского возраста является проект «Вагон знаний», который привез в Самару с 2018 года порядка 15 тысяч туристов. Это стало возможным благодаря кооперации якорного перевозчика в лице федеральной пассажирской компании и наших туроператоров Самары. Нами разработаны турпродукты как для организованных, так и для индивидуальных туристов. Основная задача при формировании турпродуктов и программы приема — это загрузка индустрии туризма. Это гостиницы, рестораны, туристические компании, транспортные компании, экскурсоводы и прочее. Главный принцип при формировании нового турпродукта – это участие ключевого перевозчика, выбор базового отеля, работа туроператоров, включение в программу качественных ресторанов. При таком подходе нам удается снизить себестоимость продукта и быть конкурентоспособными на рынке. Так, у нас двухдневный тур не превышает 20 тысяч рублей, который включает в себя и проживание, и транспорт,
и развлекательную программу посещения достопримечательных мест выставок. С 2016 года в Самаре действует программа по развитию туризма, во многом способствующая информационному продвижению и популяризации турпродуктов. Мы используем следующие каналы продвижения. Это выездные мероприятия в российские города, проведение информационных туров в Самару, информационное присутствие в городах, это наружная реклама, информация через туристические агентства. Предоставление турпродуктов Самары на международных туристических форумах, в которых принимают участие более 100 представителей инфраструктуры города. Следующий слайд, будьте добры. Следующий. В целях качественной подготовки индустрии туризма и активного взаимодействия представителей туристической отрасли администрация Самары ежегодно проводит форум «Тур притяжения», куда приезжают лучшие практикующие эксперты и тренеры. На площадке форума работают представители международных туроператоров. Но, безусловно, на форуме создается коммуникационное пространство, которое позволяет, во-первых, создать новые туристические продукты и, безусловно, увеличивает туристический поток к нам в город. В 2019 году на площадке форума был создан Союз туризма и гостеприимства России и подписано соглашение между 30 ассоциациями, которые объединили 40 регионов России. Также в рамках тур притяжения проходит бесплатное обучение линейного персонала. Следующий слайд, будьте добры. Надеемся, что благодаря кооперации мы сможем расширить туристические потоки как в Самару, так и в города стран-участников БРИКС и сформировать единое туристическое информационное пространство. Ну и хотим, безусловно, поделиться практикой по формированию зонтичного бренда. Считаем, что наша практика применима в странах-участников форума. Более подробную информацию об этом расскажет наш партнер Гаврилова Инна, которая представляет федеральную пассажирскую компанию. Прошу. Благодарю. Включите, пожалуйста, следующую презентацию. Спасибо. Следующий слайд, пожалуйста. Да, благодарю. Железнодорожное сообщение связало Самару качественной и быстрой логистикой с большинством ключевых городов Центральной России и Приволжского федерального округа. Таким образом, дало возможность в формате туров выходного дня организовать путешествие более чем 30 миллионов человек, то есть путешественников. Следующий слайд, пожалуйста. Для привлечения турпотока, помимо хорошей логистики, нужно было сделать хороший продукт. И здесь именно кооперация совместной деятельности муниципалитетов и структур бизнеса с нами, как с ведущим перевозчиком, позволила сформировать комплексный тур под ключ, причем тур для разных категорий туристов, то есть тур для всех. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарю. И основой этого зонтичного туристического бренда стала железнодорожная логистика, которая, как уже было сказано, из разных городов в формате тура выходного дня может привести туристов в регион. Следующий слайд, пожалуйста. Суть того, как организуется этот зонтичный бренд. Принцип был подойти нетрадиционно к формированию турпродукта выходного дня, показав в одном туре все достопримечательности, а дифференцировать их по направлениям. То есть таким образом мы раскрывали регион пребывания, а соответственно это Самара, разными красками в соответствии с эмоциональными предпочтениями туристов. Культурный туризм, гастрономический туризм, курортный туризм, экологический туризм. Каждый, как бы скажем, наш потенциальный турист мог найти то эмоциональное предпочтение, в рамках которого он бы открыл регион пребывания. Следующий слайд, пожалуйста.
По каждому направлению данного тура работает один туроператор, что позволяет этому туроператору отработать его глубоко, качественно и очень хорошо погрузившись в тему. Лайфхак для туристического бизнеса заключается в том, что в одну дату, в одни выходные работают два разных туроператора, которые при этом могут, кооперируясь друг с другом, иметь возможность сэкономить свои удельные затраты, связанные с организацией тура, и при этом получая гарантированный синергетический эффект по увеличению доли рынка. Следующий слайд, пожалуйста. Но от объединения помимо туроператоров выиграли также и потребители, потому что данный тур очень комфортен для возможности путешествия членов одной семьи. Так, например, если супруга решила отправиться в Самару по программе культурного туризма проект «Тур поезд на пленэр», мужу данная тема, возможно, будет неинтересна. И супруга предложит отправиться мужу с ней в этот тур, но уже по направлению гастрономического туризма по программе «Вкусно едем». При этом партнеры, то есть супруги, будут путешествовать на одном поезде, проживать в одном отеле, и только программа дневная, экскурсионная будет соответствовать их персональным и личным предпочтениям. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь вы видите ключевые плюсы данной организации, данного подхода к такой системе, как зонтичный туристический бренд, что мы охватываем больше рынок, мы становимся более гибкими, мы можем иметь возможность регулярно организовывать туры вне зависимости от сезона и делать программу не только тематически, но и сезонно, независимой от каких-либо обстоятельств. Следующий слайд, пожалуйста. Зонтичный бренд работает не так давно, проект стартовал в этом году в августе месяце, и только за 2 месяца в нем приняло участие в формате туров выходного дня 187 туристов, которые приехали в Самару по 5 программам и приехали в составе 8 туров. Обращаю ваше внимание, плюс заключается в том, что если бы тематический тур был 1 или 2, то, конечно же, количество туристов было меньше. Совокупный доход именно субъекта от приезда данных туристов составляет порядка 3 миллионов рублей. И прошу обратить внимание, что это в период пандемии, который, мы все понимаем, является сейчас для нас не самым высоким сезоном с точки зрения межрегионального туризма. Следующий слайд, пожалуйста. Хотелось бы обратить внимание, что проект дал толчок развитию направлений и других отраслевых структур. Получается, что мы увеличили загрузку отельной структуры, загрузку структуры ресторанного бизнеса. И, кроме того, благодаря партнерству государственно-частному, допустим, у нас в регионе был открыт официально первый платный пляж, а пляжей у нас большое количество, но именно оборудованный, благоустроенный первый пляж был открыт в рамках старта тура «Тур де пляж». Более того, была разработана в партнерстве с малым и средним предпринимательством субъекта линейка новой сувенирной продукции, то есть это своеобразный толчок к развитию МСП, и часть туров планирует перерастать в целые события. Так, например, тур «Поезд на пленэр» может теперь перерасти в фестиваль художников, который, мы надеемся, станет не менее популярным, чем Грушинский фестиваль, который традиционно проходит в Самаре. Следующий слайд, пожалуйста. Также большой плюс зонтичного туристического бренда состоит в том, что он может развиваться функционально. И если на первоначальном этапе в нем было 5 направлений по туризму, то сейчас уже добавился фестивальный туризм. На подходе экологический, на подходе музыкальное направление туризма и спортивное, поэтому, так скажем, грани у этого зонтичного бренда может быть действительно много. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и в заключение хотелось сказать, что такая синхронизация совместных действий, когда объединяются такие стратегические партнеры, как ведущий межрегиональный перевозчик,
как правительство региона и правительство муниципалитетов вместе с региональным туристическим бизнесом, мы надеемся, что в перспективе, в ближайшей перспективе, это позволит нашему региону попасть в топ-10 самых привлекательных туристических направлений не только внутри нашей страны, но и, безусловно, особенно хочется отметить между странами БРИКС. И присоединяясь к партнерам из Индии, мы считаем, что было бы отлично, если бы было прямое авиасообщение с нашими ключевыми городами, столицами, Москвой и Санкт-Петербургом, а мы уже холдинг РЖД с радостью из ваших городов быстро и комфортно привезем ваших туристов в наши регионы и покажем, насколько у нас многогранна и красива наша страна. Следующий слайд, пожалуйста. Инна Гаврилова, холдинг РЖД, федеральная пассажирская компания. Добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Самару. Спасибо. Спасибо большое. Благодарим Инну и Владислава за такой содержательный, интересный рассказ. Огромное спасибо. Двигаемся дальше. Наш следующий докладчик – это Сурпал Синг Деура, генеральный директор Инвест. Сурпал, здравствуйте. Я вас вижу. Слышите ли вы нас? Я вижу, что у вас выключен звук. Yes, I can hear. So, okay. Okay. Greetings to everyone. Namaste. Namaste. We can start. So I have practiced tourism almost since 2000 to 2016 actively. And Итак, с 2016 года я не занимаюсь туризмом, но как турист в прошлом я интересуюсь этой темой. Особенно интересна мне тема туризма для пожилых. И вопрос, как муниципалитеты могут сотрудничать для развития туризма, очень важен, особенно для развития туризма в каждой стране из объединения БРИКС. Страны БРИКС – это новые туристические места, традиционная и современная культура тех народов делает их очень интересными для туризма. И абсолютно в каждой стране уникальная культура, уникальное разнообразие природы. В Индии туризм приносит почти 10% ВВП, и растущее количество туристов делает отрасль очень объективной. Конечно, нас это мотивирует продолжать. Туристы, приезжающие в Индию, хотят испытать, почувствовать ее духовную культуру, видеть разнообразие, насладиться природой. И одна из областей, в которой мы можем сделать многое, это инфраструктура. Если вы взглянете на местное самоуправление, то вы увидите, что муниципалитеты, их роль в туризме недооценена. Они основные поставщики услуг для туристов. Например, 22% туристов, которые приезжают в Индию, мотивированы традиционным туризмом, который представляет важную долю на международном уровне. И мы развиваем такие инфраструктуры, услуги, как театры, выставки, гостиницы и так далее. И это очень важное, этот очень важный момент часто упускается из виду. И важно, чтобы цели были поставлены перед муниципалитетами. Например, в 2016 году Индию посетило 9 миллионов туристов. И если смотреть на наши условия нынешние, это большое число. Но если сравнивать, например, с Барселоной, которой было 8 миллионов туристов в прошлом году, то начинаешь задумываться, а почему такая большая страна, как Индия, привлекает так мало туристов, в отличие от Барселоны, которая всего лишь небольшой город по сравнению с целой страной. И
что действительно ищут туристы, это опыт. Секрет обеспечения роста туризма кроется в индийских деревнях, которые представляют собой как раз целый океан наследия, культуры, и которые могут предложить многое для туристов. Нам нужно взглянуть на проблему под другим углом. Муниципалитеты играют в этом большую роль. Они могут дать туристам возможность познакомиться с местной культурой, с местной аутентичной культурой. Таким образом, если посмотреть на ситуацию в мире, многие туристы интересуются не крупными городами, не обычным туристам в его привычном понимании. И муниципалитеты могут помочь развивать туризм в сельской местности, потому что сейчас эта форма туризма становится более популярной. В Индии огромная доля сельского населения, и многие предприниматели перемещаются в деревни, то есть там начинает развиваться вся культура и промышленность. И если органы местного самоуправления будут работать рук об руку с общественными организациями, они смогут определить ключевые проблемы развития в деревнях. Все это поможет достичь целей, которые мы перед собой ставить. Есть множество городов, в которых внедряются положительные практики, и мы можем принять такие практики и для сельской местности. Например, мы инвестируем в так называемые смарт-города сейчас. В этой модели выигрывают все, и местные сообщества, которые получают выгоду от туризма. И поэтому необходимо, чтобы муниципалитеты и предприниматели сотрудничали друг с другом для того, чтобы развивать новые формы туризма. Все это должно развиваться с помощью муниципалитетов, не только в нашей стране, но и в других странах БРИКС. Во всех странах БРИКС нужно развивать туризм, потому что туризм влияет и на доходы людей, и на их опыт, ценности, особенно в отдаленных районах. И я еще раз повторю, что именно в сельской местности туризм представляет серьезный интерес. Можно развивать какие-то программы культурного обмена. И такие конференции могут собираться, там могут обсуждаться вопросы, которые мы поднимаем. Very actively participating. There are a couple of cities whose mayors are actually doing a lot of great work in order to increase the tourism. Поэтому я еще раз подчеркиваю необходимость институционального сотрудничества между городами и сельской местностью на официальном уровне. И я хочу всех поблагодарить за то, что дали мне возможность выступить. Благодарю вас. Желаю всем успехов. Пытаюсь вас прервать, потому что времени у нас все меньше, действительно, а еще впереди у нас целых три докладчика. И вот, кстати, как раз вы говорили о роли, в том числе, общественных организаций в построении кооперации между муниципалитетами и вообще о важности тоже их включения в процесс развития туристической отрасли. И как раз наш следующий докладчик будет говорить именно об этом. Я представляю Любовь Солдаткину, начальник управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов УНФ. Любовь, здравствуйте, и вам слово. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые участники. Я представляю Общероссийский народный фронт.
И мы рады, что мы принимаем участие в этой конференции. Давайте я расскажу несколько слов об Общероссийском народном фронте, прежде чем перейти к туристическим маршрутам. Там была презентация, можете ее включить. Вот. Я пока буду тогда рассказывать очень кратко. Общероссийский народный фронт – это общественное движение, которое было создано в 2011 году как объединение организаций для того, чтобы продвинуть Россию вперед. Лидером движения является Владимир Путин. Главными задачами, можете уже следующий слайд, там вы смотрите по ходу. Главными задачами были определены контроль за исполнением указов поручения президента и вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. На сегодняшний день, это уже там следующий, на сегодняшний день на площадке ОНФ функционируют 12 тематических экспертных площадок, которые были сформированы в соответствии с национальными проектами, утвержденными правительством согласно указу президента. На площадках происходят различные обсуждения, выработка предложений для органов власти. Также действуют более 20 федеральных проектов, которые работают непосредственно с определенными группами людей и сообществами для того, чтобы получить от них обратную связь о том, как исполняются поручения президента и какие-то выявить системные проблемы качества их жизни. Теперь, что касается нашей роли в построении кооперации между муниципалитетами для создания новых туристических маршрутов. В этом году президент России дал поручение сформировать новый национальный проект по туризму и в сфере индустрии гостеприимства. ОНФ со своей стороны собрал экспертные предложения, направил их в Ростуризм и курирующему вице-премьеру. В частности, в том числе там было предложение о создании не менее 20 межрегиональных комплексных маршрутов на основе исторических поселений и мест традиционного бытования народно-художественных промыслов. Конечно же, с необходимой инфраструктурой при условии синхронизации мероприятий уже действующих, запущенных национальных проектов, например, таких как строительство дорог, проведение благоустройства, очищение рек, прибрежных полос. Далее, совместно с действующим проектом ОНФ, вы можете следующий слайд переключать. Далее, совместно с проектом «Добровольцы культуры» мы решили разработать собственную такую общественную инициативу, общественное предложение по созданию одного из таких межрегиональных комплексных маршрутов. На сегодняшний день маршруты, прежде всего, в соответствии с нашим законодательством, представляют собой некую инициативу туроператоров. Вот мы решили, в связи с тем, что у нас все-таки большинство людей путешествует самостоятельно и прежде всего предпочитают автомобиль, мы вот решили посмотреть, что может получиться из того, что мы объединим муниципалитеты и общественность для того, чтобы разработать такой маршрут комплексный. Мы провели социологический опрос по популярности туристических поездок по Центральной России. И опрос показал, что самыми популярными видами туризма являются культурные, познавательные, активные, экологические. И также опрос подтвердил гипотезу, что основной вид транспорта для путешествий – это автомобиль. Следующий слайд. Также респонденты ответили, что основное препятствие – для развития внутреннего туризма является отсутствие информации. Вы переключите, потому что там как раз эти данные 62%. 62% указали, что вот это отсутствие информации является как раз препятствием. И вот про то, что рассказывал Андрей Максимов, это очень хорошая инициатива по созданию такого информационного ресурса, который бы позволял ориентироваться людям, куда им можно поехать. И я думаю, что здесь мы посотрудничаем с общественной палатой в этой части и как-то консолидируем усилия, чтобы не плодить каких-то новых сущностей. И получилось, что по опросу самыми популярными регионами стали Владимирская, Рязанская, Тульская, Нижегородская область. Далее уже совместно с экспертами и активистами проекта, можете переключить следующий слайд, мы уже проехались в сентябре по этим регионам, провели ряд встреч с активистами, экспертами, представителями региональных органов власти, муниципалитетами.
с различными туроператорами, и по результатам вот таких поездок у нас формировалась группа. Здесь указана только часть участников этой рабочей группы. На следующей неделе к нам присоединяется еще Министерство природных ресурсов, экологии и Росзаповедцентр. И вот по результатам обсуждения, в том числе совместно с участниками этой рабочей группы, мы пришли к такой инициативе создать новый межрегиональный комплексный маршрут на основе исторически значимых городов. И вы переключите, пожалуйста, там прям есть уже карта. Вот, и на основе вот таких исторически значимых городов: Москва, Коломна, Рязань, Спасск, Лепики, Касимов, Муром и Нижний Новгород. И вот такая связь этих городов, она позволит объединить не менее сотни объектов культурного наследия, усадьбы, заповедные места, туристические кластеры, места традиционного бытования, народно-художественных промыслов. Все мы знаем, что объекты культурного наследия, места традиционного бытования, народных промыслов, они нуждаются в поддержке. И вот благодаря такой связанности они получат дополнительный приток туристов, дополнительный приток людей, которые могут не только покупать туристические путевки, но и самостоятельно приезжать в эти места. Также у нас была достигнута договоренность, что консолидация усилий региональных, муниципальных властей при подаче заявок на федеральное финансирование и в рамках и грантовых программ. Но роль Народного фронта, она заключается здесь не только в объединении, так, в объединении усилий региональной, муниципальной, федеральной органов власти, но еще и в том, что мы хотим активизировать местные сообщества, помочь им реализовать свои идеи, направленные на развитие территории. И вот как в унисон тому, тем переговорам, которые мы сейчас проводим с органами власти, мы запустили конкурс «Твоя мечта», который направлен на сбор проектов, идей, общественных инициатив как раз по организации регулярных событий или создания новых объектов туристического показа по данному маршруту. Планируется, что вот сейчас мы отсматриваем эти заявки, мы завершили прием заявок, их вот по данному маршруту оказалось более 40. Мы планируем, что десятку лучших возьмем в работу, доработаем и будем подавать на различные гранты в Российский фонд культуры, Институт развития интернета и фонд президентских грантов. Ну вот, например, одна инициатива уже поступила, это инициатива по созданию пешего маршрута «Путь Петра и Февронии» по следам легендарных православных святых, покровителей любви, семьи и верности. И все муниципалитеты, находящиеся на маршруте, они подтвердили готовность принять участие в дальнейшем развитии. На следующей неделе у нас будет соответствующая встреча в Рязани. И следующим этапом мы хотим расширять рабочую группу. Как я уже сказала, туда войдут и представители Министерства природных ресурсов и экологии, Россаповедцентр, и также муниципалитеты, которые располагаются вот на протяжении этого пути следования туристов. Здесь, в принципе, я хотела бы обратиться к тем муниципалитетам, кому такая практика могла бы быть интересна. Мы можем по аналогии такие же какие-то межрегиональные, такие же инициативы по построению межрегиональных, межмуниципальных маршрутов также на площадке Народного фронта запустить. И тут я еще увидела своих, можно так сказать, земляков из Самарской области, из Тольятти. Я сама из Тольятти, неоднократно бывала в Самаре. И хочу вам сказать, что очень многие туристы, особенно после чемпионата мира по футболу, очень любят пивоваренный Жигулевский завод. Это они многие считают, что это самое лучшее пиво, которое там можно попробовать непосредственно в баре. And for international colleagues, I would like to invite you to cooperate, to join to our public initiative, and it will be helpful for us to know and understand what kind of activities and events you want to see in our country. And we know that this year and next year also will be so hard for each other, and especially for tourism, and we hope that we can cooperate and make some interesting projects. For example, we can
called Leader Excursion, and we can show you park with bisons in Rizan, and maybe people from Rizan can watch orange oak in Brazil. And I think это все. Thank you for your attention. Спасибо за внимание. Контакты есть. Презентации они будут. Презентация, я думаю, будет доступна. Поэтому спасибо. Да, спасибо, Любовь. Как я уже сказала, презентацию можно будет получить по запросу, написав письмо организаторам форума. Почту вы можете найти на сайте, официальном сайте форума стран БРИКС. Кстати, был упомянут чемпионат мира по футболу. Мне кажется, что вообще это мероприятие стало таким мощнейшим драйвером развития туризма, потому что все эти люди, которые приехали в Россию смотреть футбол, они на самом деле увидели, какая она многогранная. Может быть, даже кто-то перестал бояться, кто боялся раньше, и приезжали потом. И надеюсь, что будут приезжать в будущем еще больше. Наш следующий участник дискуссии — это Сергей Яковлев, директор компании Art Triumph. Сергей, приветствую вас. Еще раз напоминаю, что времени, к сожалению, у нас все меньше. Мы немножечко минут на 10 попросили продлиться, но, тем не менее, Сергей, попрошу вас быть просто максимально... Спасибо большое. Добрый день, уважаемые спикеры, участники Международного муниципального форума стран БРИКС. Спасибо большое за оказанную честь и выделенное время для моего выступления. Как уже многократно было сегодня сказано, туристическая отрасль действительно стала одной из самых пострадавших отраслей за время пандемии. Но, тем не менее, эта сфера в современных условиях является одним из активно развивающихся направлений внешнеэкономической деятельности муниципалитетов. Во многих регионах и отдельных муниципалитетах имеются привлекательные туристические объекты, использование потенциала которых может дать толчок для развития услуг коллективных средств размещения, таких как транспорт, связь, торговля, производство той или иной сувенирной продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, а также стать неким катализатором социально-экономического развития муниципалитетов. Органы местного самоуправления наделены полномочиями в сфере туризма, реализация которых должна способствовать развитию туристического продукта на основе программно-целевого метода путем принятия и разработки комплексных муниципальных программ. Но, к сожалению, привлечение инвестиций и приходу бизнеса в туристическую сферу мешают определенные административные барьеры. Деятельность по дебюрократизации была сосредоточена в основном на следующих видах. Это регистрация, лицензирование, государственный контроль, надзор, сертификация и стандартизация. Но, тем не менее, остались такие барьеры, которые приходится преодолевать предпринимателям. Это налогообложение, разрешение, определенные виды согласований, аккредитация, паспортизация, арендные отношения и вопросы финансирования. Принимая во внимание опыт зарубежных стран, можно предложить несколько направлений развития туристической сферы на муниципальном уровне. На что хочется обратить внимание, это в первую очередь информирование жителей муниципальных образований о возможности разработки бизнес-планов под конкретные виды туристических услуг, которые могут быть предоставлены с учетом имеющихся на территории ресурсов. Впоследствии доходы от таких проектов могут пополнять как муниципальные бюджеты, но и способствовать развитию занятости. После предоставления бизнес-планов в муниципалитеты граждане могут получить, допустим, поддержку в их реализации в рамках некоторых программ по субсидированию из федерального бюджета для открытия собственного дела. Создание муниципальных туристических продуктов и программ обслуживания, например, туры выходного дня. Мы с вами привыкли отдыхать, брать определенные отпуска на неделю, две, либо месяц, но не надо забывать о выходных днях. И именно туры выходного дня, мне кажется, они были бы также актуальны и востребованы среди населения. В рамках данного направления разработанные проекты, программы обслуживания могут направляться в туристические агентства.
Также интересно создание туристического регионального сайта, но сегодня уже было об этом объявлено, и это большой плюс для всего населения, и я думаю, что это направление будет также в дальнейшем развиваться. Хотелось бы обратить внимание также на развитие сельского туризма, способствующего развитию малого предпринимательства, создание современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышение престижности проживания в сельской местности. Таким богатым опытом с нами могут поделиться страны Европы. Там результативность показывает высокая и социальная эффективность, и в целом развитие сельского туризма рассматривается как хорошая программа для поддержки фермерских хозяйств в свободное время. Все данные предложения по созданию туристических продуктов и программ туристического обслуживания способствуют повышению уровня социально-экономического развития муниципалитетов и также росту занятости и благосостояния населения. При этом они, на мой взгляд, практически не ориентированы на бюджетное финансирование, а полученные эффекты даст основу дальнейшего развития уже созданных туристических продуктов и возникновения новых туристических предложений. В своем заключении хочется сказать и подчеркнуть, что какие бы стратегические планы федерального и регионального уровней власти в области развития туризма не были предложены, они, к сожалению, не будут иметь должного социально-экономического эффекта для отдельных муниципалитетов при отсутствии инициативы со стороны предпринимателей, а также активности со стороны жителей, которые проживают на территории того или иного муниципалитета. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, не отняло у вас много времени. Сергей, спасибо большое. Но, кстати, по поводу сельского туризма, тут кооперация неплохая может получиться и с Индией, я так понимаю, потому что один из наших спикеров рассказал о том, что они тоже очень активно сейчас это направление развивают. И я думаю, что как раз в рамках этого форума и после было бы здорово эту тему обсудить. Все доклады мы послушали, и это очень здорово, что у нас еще есть время для того, чтобы обсудить те вопросы, которые имеются в нашем чате. Вопрос был, если коротко его, от администрации города Тольятти, если коротко его пересказывать, я так понимаю, касался он органов местного самоуправления и того, что у них, в общем-то, есть права на развитие туризма, но нет достаточного количества полномочий. Сейчас период бюджетного дефицита, вот как пишут коллеги, муниципальная администрация вынуждена секретировать программы, по которым у муниципалитетов есть права, но нет полномочий. Не планируется ли внесение изменений или дополнений в текст федерального закона, чтобы каким-то образом изменить эту ситуацию? Я так понимаю, что вот Андрей пытался на этот вопрос ответить. Андрей, вы с нами еще, Андрей Максимов? Да, я... Андрей, да, вот да, здравствуйте. Можете еще ли раз каким-то образом ответить на этот вопрос от наших коллег из Тольятти? Я так понимаю, что достаточно он такой важный и злободневный. Да, дорогие друзья, еще раз добрый день. Действительно, вопрос о том, чтобы органы местного самоуправления наделить конкретными полномочиями в области развития туризма, обсуждается уже несколько лет, но с тех пор, как... Соответственно, вопрос местного значения содействия развитию туризма появился в 131-м федеральном законе. К сожалению, вот этот вопрос не имеет такого однозначного решения. И есть голоса за и против. С одной стороны, муниципалитеты, которые активно развивают туризм, и особенно расположены на, такой, на территории туристской привлекательной, говорят, дайте нам конкретные полномочия, уточните все в федеральных законах. А с другой стороны, многочисленные муниципалитеты, которые туризмом заниматься не могут, ну, например, они совершенно туристски непривлекательны, это для них абсолютно не приоритет. У них никто не приезжает в течение года, или находятся они там, условно говоря, вне зоны досягаемости для реальных туристов. Они возражают, говорят, как только вы пропишете эту конкретику, соответственно, к нам придут правоохранительные органы и будут требовать, настаивать на том, чтобы мы тоже этим занимались. Это как получилось с лечебно-оздоровительными местностями, которые вот в вопросах местного значения появились.
Но далеко не на каждой, не в каждом российском муниципалитете они имеются. И вообще теоретически даже могут быть. Поэтому у меня какое предложение здесь? В настоящее время достаточно активно обсуждается вопрос о необходимости принятия нового закона о туризме. В любом случае, вот эта отраслевая конкретизация полномочий – это вопрос скорее не закона о местном самоуправлении, об общих принципах организации местного самоуправления, а все-таки отраслевого законодательства. Вот, собственно, дискуссию о новом законе мы с Ростуризмом активно планировали, что называется, развивать в течение следующего, 21-го, прежде всего, года. Надеемся, как раз это будет год открытия границы, нового витка такого в развитии туристской привлекательности муниципалитетов. Есть предложение собрать те инициативы, те конкретные идеи, которые есть у коллег сейчас. Ну, прежде всего, я речь веду о российских участниках. И мы постараемся в Общественной палате их обобщить и совместно с коллегами из Ростуризма выйти, может быть, на какое-то конкретное видение того, что и где и в каких законах может быть прописано. Спасибо. Спасибо, Андрей. И от меня еще есть вопрос. Мне огромное удовольствие доставило посмотреть эти презентации, которые представили и зарубежные коллеги в том числе. И мне кажется, было бы здорово, если бы вот некое подобие ресурса, о котором рассказывали вы, если бы он был расширен и туда были добавлены в том числе какие-то партнеры из стран БРИКС. Есть ли такая возможность и вообще рассматривалось ли что-то подобное для того, чтобы у людей, которые сейчас все мы на паузе находимся, да, и сейчас есть время немножечко спланировать какие-то маршруты, посмотреть новые места. Мне кажется, было бы здорово, если бы у них был такой общий ресурс, куда человек мог бы зайти и получить там всю необходимую информацию. Да, мы на самом деле вот в такой долгосрочной стратегии, или среднесрочной, может быть, все-таки стратегии развития платформы Living Heritage.ru мы рассматривали, что называется, планы выхода на международный уровень, прежде всего тоже в 2021 году. То есть мы мыслили так, что 2019 год – это год, когда платформа должна создается, она действительно к концу года появилась. 2020 год – это выход на массовую аудиторию. 2021 год – это выход на международный уровень. То есть на самом деле сейчас мы чуть-чуть отстаем в силу там ситуации с пандемией, многие наши процессы оказались сдержанными, вот. Но мы, конечно же, надеемся с коллегами выстроить надежное партнерство, и вот, может быть, адреса, телефоны, электронные адреса, соответственно, коллег, которые сегодня участвуют, как раз помогут нам как-то спланировать международное сотрудничество. Ну и повторюсь, наш ресурс, он не замыкается пока, то есть он ограничен территорией России в части, собственно, базовой информации о туристских достопримечательностях и брендах. Но он с точки зрения посещения, использования, предложений, он совершенно на России не замыкается. Любой может выйти, любой может зарегистрироваться как участник сети или как пользователь. И мы надеемся, что это и будет происходить. И автоперевод скоро будет работать и на, планируем все-таки и на китайском, и на хинди, и на португальском языке. И это будет еще более удобно для наших партнеров. Замечательно. Тут даже к нашему чату присоединились коллеги из Южной Африки и говорят, когда лучше приезжать в Южную Африку. В общем, тут у нас такая дискуссия просто. Я, кстати, хотела сказать, что по поводу создания некого совместного портала, да, с коллегами из стран БРИКС, мы прекрасно в этом году в России обкатали программу туристического кэшбэка, и мне кажется, что она стала колоссальным таким мощным драйвером развития туризма у нас в стране, и люди с большим удовольствием покупали, учитывая, что им возвращалась достаточно приличная сумма, да, порядка 20% стоимости. Может быть, в будущем что-то подобное, учитывая, что программа уже обкатана, можно будет рассмотреть в рамках сотрудничества стран БРИКС, правда? Но это я так сейчас фантазирую, но мне кажется, было бы здорово, по крайней мере, когда у людей есть какая-то четкая материальная мотивация, это всегда еще больше сподвигает на то, чтобы путешествовать и ездить в страны-партнеры. Да.
И на самом деле я хотел бы сказать, уважаемые коллеги, еще если у кого-то из появится желание сделать такой национальный аналог в Бразилии, Индии или Китае, то, в общем, все возможно. У нас уже отработаны базовые подходы и программное обеспечение. Я думаю, что мы можем выйти на такие горизонты. Кстати, это очень важные слова, между прочим. Действительно, платформа есть, технологии обкатаны. Я думаю, что коллеги зарубежные с удовольствием тоже нашим опытом воспользуются. Огромное спасибо, уважаемые коллеги. Благодарю всех за участие. Дискуссия у нас была достаточно долгая, но очень насыщенная. Я надеюсь, что все узнали для себя, вычеркнули что-то новое из нее. Ну и еще раз хочу сказать, что мы, безусловно, верим исключительно в светлое будущее, в позитив, что скоро начнут открываться границы, мы опять получим возможность путешествия и в пределах нашей страны, и за ее пределами, конечно же. И, как сказал коллега из Индии, всем peace. Вот. И хочется, конечно, ездить и узнавать этот мир. Большое спасибо и прощаюсь с вами.